Всем добрый день. У нас на обзоре электропривод переключения раздаточной коробки на автомобиль Нивы ЭПРК-10. Вот таким вот образом он выглядит. В него входят, это получается, механизмы включения блокировки дифференциала и механизм переключения пониженной передачи. Также в комплекте идет жгут проводов для установки, контроллер управления. Далее вилка с осью понижения передач. Плюс все необходимые метизы для установки также будут. Шайбы, саморезы и так далее. Заглушки, тоннели пола. Таким вот образом они выглядят. Ну и получается сами кнопки управления. А также в комплекте будет паспорт изделия. Там вся необходимая инструкция по установке.